в чем проблема? Факт в том, что кем данная гражданка вам приходится? Женой. Женой. Ваша жена позвонила на 102, обрисовала ситуацию. Дежурный нам передал сообщение, что в этой квартире происходит семейный скандал. Можно? Конечно. Хорошо. В данном случае она собирается на вас писать заявление. Хорошо. Сейчас, минутку. Возьми с собой телефон. Извините, пожалуйста. Сами виноваты. Что он на ребенка ножом кидает? На вас тоже бросался? Нет. Ну, ребенка урожал. Угу. Сергей, что ты делаешь? Сергей, уберите! Стойте! Держите наручники! Заковывайте. Заковывайте наручники. По данному делу необходимо отметить, что подобного развития событий ничего не предвещало. Это был обычный семейный скандал, который, к сожалению, довольно часто встречается в любом городе. Между тем, в данном случае, будучи в алкогольном опьянении, обвиняемый решил продемонстрировать свою агрессию на более высоком уровне. Он достал газобаллонный пневматический пистолет, направил его в сторону сотрудников милиции, передернул затвор, тем своим видом показывая, что он готов к стрельбе. Сотрудники милиции также, с учетом установки, вынуждены были достать свое табельное оружие и привести его в боевое положение. Счет шел на секунду. Только профессиональная выдержка сотрудников милиции, их хладнокровие не позволили принять поспешное решение о применении оружия, хотя основания для этого вполне имелись, и жертв удалось избежать.